3 часа, лет через 10 обязательно получится. Давайте проводим аплодисменты моему помощнику. Спасибо. Проходи. Друзья, я хотел поделиться с вами разными секретами. У фокусников всегда бывает волшебно. Да? Ничего страшного. Твоя задача сейчас сделать следующее. Просто разрежь там, где Саша отмерил. Молодец. Смотрите, друзья. Насколько ровно мы отмерили с Сашей, как вы считаете? Ровно или нет? А что нужно сделать, если не ровно? Отрезать? Нет, зачем отрезать? Можно начать фокус заново, и тогда все получится снова, правильно? Вот в этот момент раньше аплодировали, сегодня чуть не то пошло. Саш, просто ущипни веревку там, где думаешь, что середина. Ну, почему бы и нет, у тебя хороший глазомер. Давай, Саш, отрезай. Молодец. А вы заметили, что с каждым разом мы отрезаем все хуже и хуже, не можем найти середину, правильно? И самое интересное, что теперь мы тоже не можем начать заново. Готово? Не бойся. 1, 2, 3. Чувствуешь? Это веревка. Мы намагничиваем веревку с помощью статического электричества, и две веревки соединяются снова. Если вы забыли, что происходило сейчас... Давайте.
Thank you.